человек сам выбирает себе путь. Остаться в стороне и жалеть самого себя может каждый. А я не мог остаться в стороне. Война сделала свой шаг. Мне ничего не оставалось, как принять брошенный вызов. Получается, только стали въезжать в Донецк. Был разрушенный мост, это как раз перед въездом в Донецк. Он был поваленный. Дома были разбиты, как пустой город. Все было закрыто, даже днем. Люди куда-то постоянно бегут, спешат. Приехал буквально второй день, и я заступил в наряд. То есть мне дали в руки СКС, и все, и я уже стоял на блокпосту. Поначалу рвался, как бы, передовая линия фронта, типа. Вот, на самом деле, страшно было. Вот. Прошла неделя в казарме, и нас повезли на Спартак. Там идет прорыв в районе города, там Путиловка. Мы заезжали брать вооружение, там все здание было посечено пулевыми осколками. И там, получается, на машине красные такие, как бы, крупинки. Вот, я еще подумал тогда, что это морс, вот. А потом ближе рассмотрел, что ягод нет, что это оказалось куски мяса. Было очень жутко, страшно. Я там пробыл практически неделю на этом Спартаке. Каждый день были обстрелы минометные. Первый раз я только приехал на Спартак, только первый вечер. Нас собирались отводить тогда на дом. Получается, на глазах сидели, смотрели. И я тогда еще поинтересовался, ну, как я узнаю, что мины свистят или не свистят. Ну и мне сказал командир, что сейчас ты поймешь, ну, типа, все сразу сам поймешь. Нам как раз только выдвигаться надо было, только потемнело. Вот, только выходить с подвала, и начался минометный обстрел. Стреляли прям по нашему зданию. Вот тогда я первый раз я услышал, что как свистят мины. Знаешь, что это не твоя война, но тем не менее я как бы поехал защищать свой дом. Я планировал вообще-то, что я приеду в Донецк, и вместе мы пойдем в Мариуполь освобождать другие города Донецкой и Луганских областей. Но нет, получилось так, что это игра, война политиков. Вот. Порой мне кажется, что я зря вообще поехал сюда. Единственным плюсом то, что я встретил здесь свою жену, свою любовь. Этим только я благодарен.
чего начать письмо тебе, не знаю. Не доводилось никогда писать. Наверное, начну, как я скучаю. И жду тебя, родимого, назад. Образец отваги и надежды. Пусть святые путь твой берегут. Слушая военные кассеты, я жду солдата, как любимых ждут. Въехали, получается, 23 июля на Александровку, граничу с Марьинкой. Нам дали новый участок, вот, не было ни окопов, ничего. Первую ночь мы просидели на голой земле, можно сказать, под деревом. В первую же ночь у нас произошел обстрел из АГСов и стрелкового вооружения. Чтобы мы жили, чтобы мы не спали на земле, в землянках. И получается, что мы через дом жили с мирным населением. Нас разделяло только поле от украинских силовиков. Вечерами производили обстрел. Со временем мы стали там окапываться. Мы не успели доделать окоп, у нас погиб наш боевой товарищ. Сейчас находимся, получается, на передовой позиции подразделения «Патриот» 3-й роты. Это в районе Бесок. И мы нашли с ребятами месяц назад, мы нашли памятник. Памятник неизвестным героям, павшим в сражениях с фашизмом. Он был очень сильно заброшен, были ветки наброшены. То есть, ну, памятник был очень в плохом состоянии. Вот. И мы силами своей роты стали его восстанавливать. Еще мне, например, очень нам всем даже очень, как бы, добавляет воинственного духа, как бы бодрит то, что мы стоим на позициях дедов, прадедов, которые воевали в Великую Отечественную. В одном полку отец и дед, и цвет георгиевских лент. И машет детская рука, в строю бессмертного полка. В одном полку отец и дед. И это захоронение неизвестных солдат еще Великой Отечественной войны. Вот. Понятно, что последние 2 года, пока идет война, за ним никто не следил. К этому празднику у нас еще такое, скажем так, торжественное событие. Пришли для ребят боевые награды. Полосы фронтовой. В шахматах, как в жизни, один неверный ход, и партия проиграна. Вот только жизнь заново не переиграешь. Хотя в жизни тоже возможны чудеса и улыбка фортуны. Наша память в веках. Как когда-то отцы на руках нас носили, так мы к сердцу прижав их несем на руках. В одном полку отец и дед, и цвет георгиевских лент, и машет детская рука в строю бессмертного полка. В одном полку отец и дед, и цвет георгиевских лент, и машет детская рука в
строю бессмертного полка. В одном полку отец и дед и цвет георгиевских лент. И машет детская рука. В строю бессмертного полка. В одном полку отец и дед и цвет георгиевских лент. И машет детская рука в строю бессмертного полка.